На конкурс дети читают стихи. Анна Мулаева, 12 лет, поселок Белозерский. Борис Пастернак, звезда Рождества. Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вала, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Даху, отряхнув от постельной трухи зернышек проса, смотрели с утеса с просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды, надгробья, оглобля в сугробе и небо над кладбищем полное звезд. А рядом, неведомо перед тем, застенчивей плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне, от неба и Бога, как облик поджога, как хутор в огне и пожар в огне. Она возвышалась горящей скирдою соломы и сена, среди целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущая зарева родила от ней и значила что-то. И три звездочета спешили на зов небывалых огней. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюда. Сквозь гнезда грачей и деревьев вверхи, как шли вдоль за пруда ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду!» — сказали они, запахнув кожухи. У камня толпилась орава народу. Светало, а значит, из кедра стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье и небо послы. Пришли вознести вам обоим хвалы. Все вместе нельзя, подождите у входа». Средь серый, как пепел, бредут утренние мглы. Топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы. Выдолбленные водопойные колоды ревели верблюды, легались ослы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослинные губы и ноздри вала. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся. С порога на деву, как гостья смотрела, звезда